В нашей коллекции уже накопилось достаточно много мобильных верстаков. Предлагаю добавить еще один в форм-факторе тележки. Согласитесь, это гораздо удобнее, чем работать на какой-нибудь старой табуретке. Преимуществом также является довольно простая конструкция. Собран из профильной трубы, да и по карману сильно не ударит. Перекрестие дополнительно усилено. Направляющие для регулировки высоты также сделаны из профильной трубы. Кстати, с такой тележкой инструменты и материалы не придется таскать на себе, что тоже плюс. В общем, отличная штука. Дальше интересный вариант грунтозацепов для мотоблока. Уголки пришпандорили болтами на старую покрышку. После чего колеса мотоблока спустили, установили грунтозацеп и вновь накачали. По-моему, весьма оригинальное решение. Ну а теперь самая простая точилка для ножа из тех, что приходилось видеть. Тут всего-то понадобится линейка, болт с гайками и два неодимовых магнита из жесткого диска. Нож фиксируется магнитами и дополнительно упирается в торец линейки. С помощью угломера или смартфона, регулируя положение линейки, гайками можно выставить требуемый угол. Если вам нужна более серьезная точилка, то за прошедший год было много различных самодельных струбцин. Если хотите отдельный ролик, где все соберем в кучу, пишите в комментариях. А пока еще одна в нашу коллекцию. Отличная и очень простая эксцентриковая струбцина. У кого есть гараж, то наверняка наберется обрезков не на одну такую. Благодаря асимметричному расположению эксцентрика, он не только поджимает нижнюю губку, но еще и заклинивает струбцину. Тем, у кого пальцы как клещи или руки-базуки, эта самоделка может и не понадобиться. Но остальным такие самозажимные клещи, думаю, пригодятся. Под весом листа, благодаря силитрении, происходит надежное удерживание. Имея пару таких клещей, вдвоем будет весьма удобно таскать тяжелые листы. Ну и напоследок, отличная модернизация маски «Хамелеон». С фонариком при недостаточном освещении прицеливаться гораздо удобнее. Почему производители не добавят такую полезную мелочь в конструкцию? Хотите поделиться своей самоделкой? Ссылка в описании. Там же ссылки на каналы авторов. На этом все. Удачи и добра!